Друзья, всем привет! Это канал Мини-Трактор. Сегодня я не буду показывать вам обзор мини-трактора, а сегодня покажу обзор укрепления своей квартиры. Потому что это видео я хочу просто пожелать каждому украинцу, каждому подписчику, вообще любому человеку, кто смотрит это видео, мира, в первую очередь вокруг, и в вторую очередь вот здесь. Потому что реально, сука, страшно. И сейчас. И вот так вот. Мы в Киеве, друзья. Мы в Украине. Мы никуда не текаем. Мы сидим и ждем. Потому что, честно сказать, говорили, что сегодня будет сложная ночь. Позаделайте максимально окна, чтобы никто никого не ранило никакими осколками и так далее. И я вам скажу такую вещь. Но я вам скажу вот, что я верю, что этим чертякам хорошенько наваляет, потому что им за эти 2 дня уже так наваляли, что мало не показалось. И я верю, что наши ребята не отступят и наваляют им просто по полной. Поэтому не ведитесь на фейки, поэтому не подвергайте себя лишней опасности, постарайтесь, кто сейчас в Киеве, хорошенько заделаться, забаррикадироваться, заныкаться возле несущих стен своих домов, просили отключить геолокацию, просили следить, сообщать, если вот эти черти ставят метки для наведения ракет, там, кресты, маячки, это все в группах и в Телеграме, вот. И будьте смелыми, наверное, вот что хочется сказать. Мы с вами, вот, друзья, до новых встреч. До новых обзоров. Пока.